Так, ребята, быстренько. Вот на этом Volvo. Как он там, опять забыл. Но я потом напишу. Гидравлическое масло добавляется. Вот рядом пробка бака. Это, я так понимаю, сапун. Еще что-то непонятно. И вот две крышки такие. Надо откручивать ту, которая вот, вот эту вот. С таким болтярой посередине. Средний болт не трогать. Это тоже непонятно что. Просто, наверное, еще одна горловинка. Эти четыре крест-накрест. И осторожен, там пружина, но пружина не сильно. И поверху наливаем сейчас масло. Вот и все. Так, быстро масло не наливайте, потому что я смотрю, не справляется. Потихонечку. Масло вот написали. Оно, не оно, ну, видимо, оно. Сам владелец этого экскаватора притащил. Вон, целая куча. И патроны для смазки, и для центрального редуктора, для поворотного. Вот он, кстати, и вот он, этот щуп. Надо постоянно проверять. Ну, постоянно, периодически. Точек смазки немного. Раз, два, три, 4, 5 на цилиндрах поворотных планировочного ковша увидите сами. Здесь у меня на одном есть, на другом с другой стороны. Здесь 2. Дальше здесь 1, 2 и здесь 3 штуки. Наверху здесь их вроде 5 было, только одну или две смазывать мешает шланг. Надо, я сейчас уберу и посмотрим еще пару точек. Ну и вот так вот я его подогнул. Вот здесь вот две точки. У меня смазывается только это качается, и он обломанный. Сначала не понял, думаю, что солидол капает. Но я так понимаю, он как-то был к этому пальцу. До него добраться только в таком положении. Ну вот, пока все. Так, уже начался геморрой. Уровень охлаждающей жидкости. Посмотрел в бачке. Бачок под капотом. Наверху сразу же уровень минимум и уже пищит. Значит, ослабла гусеница вчера. Чтобы знали, на этом Volvo EC160 гусеницы натягиваются. Ну, ничего не спрятано. Вот там вот, если видно, доступ хороший. Закачал, отжался на ковше, чтобы гусеница висела. Накачал полный патрон. Гусеница дергается, когда качаю. Но, видимо, не натягивается. Может, этот солидол где-то выходит, но я не вижу, чтобы он где-то падал, капал. Уровень гидравлики вот здесь. Топливный фильтр. Ну, пока все, пожалуй. Ха-ха.